В Люберцах проходят финальные соревнования регионального этапа всероссийских школьных спортивных игр. За право представлять Московскую область на уровне страны борются 4 команды – из Раменского, Люберец, Одинцова и Лосино-Петровского. За ходом соревнований наблюдали и мы. По итогам прошедшего отборочного тура команда «Люберец» вышла в финальную часть регионального этапа школьных спортивных игр. Для выхода на федеральный уровень нужно набрать наибольшее количество баллов по сумме нескольких дисциплин. Первым состязанием стал стритбол – разновидность баскетбола, где команды 3 на 3 играют на половине баскетбольного поля. Пожелать спортсменам удачи приехал глава «Люберец» Владимир Ружицкий. Конечно, надо заниматься спортом, потому что только здоровый человек, который способен выдерживать физические нагрузки, он обязательно будет выдерживать эмоциональные, психологические, моральные и прочее. Поэтому я искренне вам желаю, пусть победит сильнейший, но в силу того, что вы здесь все находитесь, вы сегодня, по сути, являетесь победителями. Поэтому, ребята, всем удачи! Удача действительно была необходима. Многие участники профессионально занимаются разными видами спорта, имеют спортивные и юношеские разряды. Третий спортивный разряд. По черлидингу, третий. И первый юношеский по легкой атлетике. Во время отборочного этапа соревнований и активных тренировок ребята сдружились и на паркете понимают друг друга без слов. Капитан команды Диана Рэмп стала настоящим лидером и настраивает свою команду на победу. Я желаю боевого настроя, чтобы у нас все получилось, чтобы у нас не было таких неловких ситуаций, как что-то забыли, что-то не так сделали. Но это бывает со всеми, поэтому надеемся на лучшее, настраиваемся на лучшее, настраиваемся на победу. В упорной борьбе женская сборная «Люберец» заняла 2-е место, уступив команде из Раменского. У юношей 1-е место также заняли представители Раменского округа, а люберчане не смогли пробиться в тройку. Впрочем, подводить итоги в общем зачете еще рано. Впереди этап по плаванию и оглашение результатов за творческое видео от команды. Ирина Попова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.